Ребята, всем привет! Один из моих рабочих дней сегодня. Я с своим другом, мы сегодня будем делать работу одну. Приехали в Леруа Мерлен, нужно закупиться материалом, потом поехать на склад, взять одну вещь, привезти заказчику и все это дело сделать. Нам нужен сибит, вот такие блоки. Нужно 23 штуки, а их тут всего 12. Так что сейчас побежал напарник искать кого-то, чтобы нам привезли. И это мы все дело загрузим в булку, и будет доставка, и деньги заработаем. Не магазин будет доставлять, а мы доставим. Ну вот 12 штук тут. И сейчас снимем аж с самого верха. Интересно, как он будет дотягиваться до того верха. А, он уберет палеты нижние. Все понятно. А как сибит парит. Холодно на улице, в магазине тепло. Вот влага испаряется. Красота! Булочка-работница. Загрузились и поехали. Были мы только что на складе. Получили по доверенности дверь. Давно я по доверенности ничего не получал. Подписи, росписи, заполнение. Вот. Сверху лежит на, ну, на багажнике. И все, едем к заказчику делать работу. Сняли мы дверь. Все, разгружаемся. Разгрузили уже сибит. И сейчас пойдем доставлять на этаж. У нас спартанский обед, но вкусный. Я взял оливье из дому. Мы сделали картошечку, чаек. Вот. Мой друг, напарник, буду без имен, взял самсы нам еще. Ну и у нас кипяток и все остальное. Сейчас мы сибит подняли, дверь подняли. Сейчас пообедаем, возьмем инструмент, переоденемся и пойдем работать. Начали мы работу. Сняли уже дверь. Вот это все полностью нужно перегородку эту убрать, дерево снять, металл вырезать. Все полностью поубирать, заложить сибитом, поставить дверь и получить деньги. Вот так. Вот так мы работаем. А еще самое интересное, что 9 этаж. Дверь, которую мы привезли, она в лифт не вошла, лифт маленький. И мы тащили эту дверь на 9 этаж вдвоем. Фу, было дело, было. По чуть-чуть добавляется мусор. Разбираем, раскладываем, раскидываем. Тут у нас сейчас свет подсоединяем, а то пришлось переделывать. И будем тут заниматься уже уборкой. Все, пошла у нас стройка. Тут мы все уже убрали. Сейчас метимся, размечаемся. Я сибит пилю по замерам. Мусор повыносили. Металл осталось только вынести чуть-чуть. Без лазера. И не туды, и не сюды. Да, как мы раньше без них работали. А ты, а, сверху ты закрыл, да? Тут смотрю, не видно, о, теперь видно. Вот на метку, раз, раз. Я закрыл ногой? Нет, это там окошко. Раз, раз, все, значит он в уровне. Который из маленьких кусков состоит. Наклей будешь делать? Ни грязи, ни шума. Раз и готово. Красота. Вот какие мы красавчики. Уже тут почти до потолка добежали.
Еще чуть-чуть осталось. Следующий день мы уже приехали в Леруа Мерлен обратно. Сдаем все битные блоки, 8 штук лишние, просчитались немного. Считали под стандартную дверь, а это чуть-чуть больше двери хозяин. То есть, когда считали, еще дверь не заказали. И считали под стандартную дверь. Поэтому 8 блоков лишних. Сегодня вот приехали в магазин. Друг побежал сдавать. И сейчас поедем ставить дверь. Ну вот, работа, которую мы вчера сделали. Все тут поубирали, пораскладывали. Уже поздно было, темно. Снимать было неудобно. Сегодня ставим эту дверь сюда. И у нас все тут сработало ровненько. Нигде не просело ничего. Красота. Не было возможности поснимать. Мы уже сейчас будем пениться. Коробку поставили, затянули. Будем сейчас пропенивать. Ну вот результаты нашей работы. Тут все сделано. Я повесил фурнитуру полностью. Все уже все работает. Все. Дверь шикарно стоит. Здесь немножечко прицепили саморезом сибит. Потому что в коробке отверстие под саморез, оно чуть-чуть больше. И пока не застыла пена, чтобы дверь туда-сюда не ходила, чтобы коробка правильно застыла. Это сделают. Ну, а мой друг будет ехать на следующей неделе здесь делать стяжку. И это все уберет. Все, наша работа закончена. Здесь все потом пена поубирается. Закончили мы один объект. И у нас Бог благословил, у нас есть второй объект тоже. Нужно поставить дверь людям. Демонтаж, монтаж, но уже без простенка. Так что едем мы сейчас на второй заказ. Время обеда. У меня тут яйца, пирог, хлебушек, чаек. Сейчас покушаем, поедем на работу дальше. Это мы приехали в магазин, через который покупают двери заказчики. И здесь нужно забрать доверенность на меня выписанную, чтобы я мог на складе забрать дверь машины. И вот мы заодно сядем сейчас здесь пообедаем и поедем за дверью. Вот мы приехали на второй заказ, на вторую точку. Вот это тоже все будет убираться. Тут у людей идет ремонт в квартире. Так что все серьезно тут все. Сейчас мы эту дверь снимем, унесем и принесем новую. Дела продвигаются у нас. Я пока мусор выношу. А мой напарник демонтажом занимается. Ну, у нас тут вот так вот все уже происходит. Я пока выношу старый мусор, двери там. Ну все, вот демонтажа. Это мой напарник пока там производит чистку, так сказать. Готовит проем к установке двери. Поставили только что коробку. Я тут запенил эту сторону. Сейчас снизу чуть-чуть там подклеим скотчем. Закроем коробку и подпеним чуть-чуть снаружи. Повесили дверь. Сейчас будем, сейчас фурнитуру нацеплю, сюда поставлю ручки, замки, все полностью. И на этом наша работа будет закончена. Ну, темно, не видно, мы пленку старались не снимать здесь, потому что люди еще ремонт делают. Мы всю эту пленку оставляем на двери. Все, закончил ее, поставил фурнитуру. Дверь шикарно работает. Спокойно закрывается, спокойно открывается. Тут смеются с меня, что я тут
Не смеемся, мы радуемся. Вы радуетесь. Трапезничаем. Да, пьем чай, отдыхаем и будем собираться ехать домой. Ну вот, ребята, пару дней из моих, так сказать, рабочих будней. Я занимаюсь теперь и сварочными работами, и мастер на час. В принципе, все. На этом буду заканчивать свое видео. Пока-пока, ребят, до новых видео.